ви дуже заколимано перестав фахати чи що ще? Насколько понимаю, мы вышли в эфир. Так, жду сигналов. Здравствуйте. А вы вышли в эфир? Да, вы это вышли в эфир. Есть! Кто у нас? Юрий? Югина Суркова. Привет. Югина. Ольга Бугаев. Отлично. Сергей Сидорук. Здорово. Мы уже... В общем, здравствуйте, дорогие земляки. Земляки. Потому что жители планеты Земля, дорогие. Ух, как здорово. Асан выскочил. Все... Лида Иванова, Асан Мунжи. Дубль. Дубль. Ага. Песня 21 снова в эфире. Благодаря... Ой, лайки пошли. Я даже догадываюсь, что это жмет. Александра Тарновская и Маргарита Кондрахина. Спасибо, спасибо, спасибо. Лариса Картузова. Песня 21. Снова в эфире. И сегодня так получилось, сегодня 53-й выпуск. Я не хотел, не старался, не думал, что так будет. Но получилось так, что к 55-летию, получается, у меня выйдет 55-й номер песни 21. А уговор такой, что именно в этой программе я пою все свои песни. Каждый раз по одной песне. Только одну. И она не повторяется. И сегодня настала очередь песни... которая называется «Дежурный» или «Дорожная». У нее два названия. «Дежурный» и «Дорожная». Почему так, не знаю. Перед программой меня мой оператор эфира Елена Пинчук подколола. Говорит, а у тебя там в песне поется про Вашингтон. Но поезд из Питера в Вашингтон не идет, а песня именно о поезде. И написана она в те далекие времена, когда... Не знаю, это было в 95-м году. Я посмотрел... По своим бумагам это был 95-й год. Ну, что еще можно сказать? Сегодня у нас целых 3 дня рождения. Сегодня Комаров Игорь. Да? Комаров. Повзрослел. Повзрослел. Он находится в Финляндии. На планете Земля это находится. Финляндия. Севернее Петербурга. Сегодня повзрослела одна очень вредная американка. Но очень такая. Вся из себя. Симпатичная. Да. И поэтому вредная. Вот. Аня. У нас вредных и симпатичных немного. Хоть пруд пруди. Либо вредные, либо симпатичные. Вот. И это на другой стороне планеты. Да, от Петербурга. И сегодня празднует сегодня день рождения Люда Вайнер. Ну и ее театр детский, ее супруг Фима празднует день рождения. И... Я правда скажу, я видел этот театр, я видел этих детей. Я скажу, что это было в Вашингтоне. В Вашингтоне на фестивале. Да. А вообще они из Техаса. Они из Техаса. Из тех мест они откуда Элли, да? Нет, Элли была из Канзаса. Из Канзаса. Пардон. Пардон. Ну, ладно, в общем, из тех мест, короче, они, в общем, из Америки. И театр про Нильса показывал спектакль. Мне это очень понравился этот спектакль. Я считаю, что они одни из лучших. Пожелаю и Люде, и Фиме, и театру много-много новых успехов, новых идей и новых воплощений. По-моему, я заболтался. Тут вот у нас Маргарита Кондрахина пишет, что зависает. Какая жалость. Напишите там, как остальным видно-слышно. Значит, только у вас видимость. Угу. Друзья, если там у вас подзависло, и вы чего-то не расслышали, ну, во-первых, эту песню, которая дорожная прозвучит сейчас, мы ее сбросим в качестве текста. Потом она будет появиться в записи в интернете, можете делиться и разучивать. Благо, там аккорды очень простые, я написал в 95-м году. Я был тогда еще не сильно крутой рокер. Такой. Крутой, но не сильно. Поэтому эти аккорды всем доступны. А что тебя сподвигло написать такую песню? Ну какие? Там в песне все написано, что сподвигло. Там вот по песне многие... Проводник? И проводник, и не только. Все написано. Многие себя узнают в свое детство в этой песне, в свою юность. В общем, все, хватит трепаться. Михаил Ежов пишет. Я нормально вижу. Пой уже, Миша. Да? Короче, это...
У нас Чехия, да? Да. Чехия. Привет. В общем, всех обнимаю и начинаю петь. Поезд вас в Петербург. Вашингтон отправляется. Через Чехию, естественно. Дежурный. Слушаю. 25-й отправляем. Уже? Да. Давайте зеленый. Поехали. На полку заброшен нехитрый багаж. Уходит до боли знакомый пейзаж. Полынь, трава молочачья, сытый сплетнями и колбасой, ночным сериалом, душою босой. Прощай, город, прощай. Здесь свадьбы, поминки, решения суда, мужья импотенты, пьют жен как всегда. Зачем? Черт меня приносил. Уплыли деревья и старый вокзал. Пытаюсь припомнить, о чем не сказал Литон, о чем не спросил. Дежурный? Да. Чего? Буфет привезли, кефир? Привезли, да мы их разобрали. Очень жаль. Опять повстречалась учителька грез. Исполнилось, как в первый раз произнес всерьез. Сказал ей люблю. Она раздобрила морщинки у глаз, но некий огонь в них горит и сейчас. Хоть и я тот огонь не ловлю. Я ей благодарен за каждый урок. Был впрок каждый жест, каждый взгляд, каждый слог. Она мне теперь как сестра. А поезд мой мчится меж сосен и гор, и тамбур дымится, хоть вешай топор. И мне не усну до утра. Блестит в темноте оромлеющий глаз. Начало романа или просто рассказ. Финал мне известен давно. Вот бляха сверкнула, возник проводник, умелый читатель потрепанных книг. А я отвернулся в окно. Сотни комет мое сердце взорвет, они полетят то куда, где Волга, Киров, Москва, Арколык, где Санкт-Петербург, будь он трижды велик, где Псков и где Караганда. Жмеренко, Сумы, Париж, Вашингтон, город Ростов, речка Пух, речка Дон, Дунай, река Сырдарья. Урюк, лебеда, я еду отсюда, чтоб ехать сюда, сюда, где любовь и друзья. Дежурный. Слушаю. Москва, Санкт-Петербург, бывает на первый путь. Группу музыкантов встречают в комнате матери и ребенка. Это точно.
Спасибо, друзья. Как там у нас топ проклюнулся еще? Да, к нам присоединился Петр Шуневич из Житомира, Ирма Палагина, Нелли Бродская. Ирина Том, привет соседу, пишет. Ирина Овсянникова, Влада Эммет, Фима Вайнер. О, он был, он да. Передаст все нормально. Киев Лариса Картузова. Смирнова Саша смотрит из Красного Села. Не может быть. Да. Мария Смирнов. Горбачура пишет. Ура. Валерий Шелепа из Бердичева. В общем, все с нами. В общем, все с нами. Да. И мы очень рады. И спасибо. Сергей Синельников. Привет. Угу. Привет, Серега. Привет, Нелли. Привет, Марина. Ну что, хочется сказать напоследок, друзья. Мир немножко колбасит. Некоторых там, некоторые не здороваются сейчас, да, друг с дружкой. И это, в общем-то, явление природы, как мне кажется. Явление природы о том, что какие-то корабли бодаются в океане. Это все-таки явление природы. И начало этому всего находится где-то среди нас. То, что когда вот я был, когда я только родился, не скажу напоследок такую вещь. Может, не поймете, но потом, может быть, поймете со временем. Когда я родился, нас было приблизительно 3 миллиарда человек. И пока я жил, у нас стало за 7. За 7. И каждому из нас раньше нужно было, для того, чтобы там его накормить, одеть и так, то все, нужно было приблизительно там, ну, около полугектара. Сейчас мы потребляем, каждый из нас потребляет 4-6 гектаров. И о чем? Буквально... Сегодня я видел, как дворник выбрасывал большую кучу хороших вещей, ненужных кому-то, выбрасывал в урну. Я подумал, если бы люди, вот, у которых эти вещи, которые они поделились с другими, предложили своим друзьям, знакомым, может быть, на содержание этого человека в природе понадобилось не 4 гектара все-таки, а 3, 2,5 и так далее. Вот если мы будем бережнее относиться к природе, тогда у нас и, может быть, и с войнами будет попроще. Вот. Все же от потребностей зависит. И тогда природа начинает нам мстить и посылать всяких правителей тупых, которые вот если... Я, наверное, правильно, понятно выражаюсь. Больше болтать не буду. Берегите. Ирма Палагина пишет, я только один раз в день ем. Если бы только об этом была речь. Если только об этом была речь. В общем, берегите природу, мать нашу, вот, чтобы нам было чего оставить нашим потомкам. Обязательно друзья, делитесь нашим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наши каналы, на YouTube. Вот тут. Группы ВКонтакте. Кто будет в Петербурге, приходите на мой юбилей. Как раз тогда уже будет концерт песни 55. Вот где-то 55-й номер, где-то мы должны к юбилею закончить. Вот. И... Но это не конец. Это не конец, да. У меня песен гораздо больше, чем 55. Мы когда выбираем, какую песню спеть Михаилу, он смотрит и говорит, как тяжело выбрать, когда большой выбор. Большой выбор, да. Вот мы вас очень любим. И спасибо интернету за то, что он нас... И еще поздравляю наше все человечество с тем, что с приземлением на Марс. Чего? В общем, челнока Земли. Это здорово, это наша, в общем, общая радость. Возможно, скоро там появится и интернет, и жилье. Всех обнимаю. И мы будем транслировать песню в 21 на Марс. На Марс, а может, поедем туда жить. Вот, если совсем нам достанет кое-кто. Понятно, да? В эфире был Михаил Новицкий и Елена Пинчук, и мы вас ждем в эфире. Следите за новостями. Да, и делитесь. Пока. Пока.